Фридриха. Вот ниже таких. Сейчас. А, это. Это пейзаж мой. Чисто мой. Небольшой. На двух плитках. На двух плитках у тебя нарисован был, видишь? Да нет. На улице. Который ниже, это просто пейзажик там. Сейчас. А на улице тут на двух плитках там Пьеро и Орликин, и еще Луна на второй плитке, синяя такая картина. Повыше, смотри, повыше, где эта комната. А, повыше, где розовым. Да, где розовое небо. Да, это на плитке было, да, нарисовано. Ну, а это что, это твое? Это... Карандашом, это, короче, углем Ван Гог зарисовку сделал городка вдалеке, и я сделал его в цвете. Могу тебе скинуть оригинал, ты сравнишь. Ну, офигенно, давай, скидывай. Вот это можно, то есть, либо на одной большой нарисовать, ну, такой ты продолговатый, да? Либо на двух. Ну, лучше, наверное, на одной большой. Ну, да. На одной большой. Где Пьеро? Так, вот это вот чего? И на этой, на лодке там? Да, есть отдельно фотографии, каждая из них. Это мои личные. Твои личные? Нарисованы. Мелками. Вполне тоже их можно. Вот это вот. Отлично. Да, спасибо. Дальше вот где мельница какая-то с этим. Да. Ну, она сероватая такая. Это что такое? Где мельница, где остров, вода там такая круглая. Да, да, да. И сверху солнечные лучи. Это с Левитана взято. Левитан. Я много раз его переработал, перерисовывал. Очень много. И вот это вот одна из них. Они же такие вертикальные горы. Что там еще там? Понятно. На берегу кто там, люди, что ли? Вертикальные горы, такая сероватая. Да. Это моя 2012 года старая, или даже 2010. Моя личная работа, просто с воображения. 2010 года. Это там люди на берегу? Ну типа да, люди там сидят, там так я нарисовал. Маленькая наждачка. Это моя 2010 года где-то. Так, а дальше? И нижняя, соответственно, самая. Это твоя, говоришь, да? Самая нижняя, да. Так. Короче, надо определяться, что рисовать. Ну я давай попробую нарисовать и скину тебе. Можешь с моей мамой поговорить? Она просто сказать ей, что там деньги принесет это все, и я буду. Будет нормально все. Чтобы это помогает реально. Она просто бывает, начинает на меня. Она просто дает мне. Спокойно рисовать, когда... Вы сейчас еще имеете... Нет, в прошлый раз так я с ней поговорил, в прошлый раз. Да она вот сейчас опять что-то у нее приступ, она начала на меня гнать. Можешь сказать ей, что вот, мы попробуем нарисовать, она только за. Попробуем нарисовать, там, что все получится, вот. На, поговори с Владимиром. Зачем? Он тебе объяснит, там. Вот, говорит. Да, а он здравствуйте.